Ну и четвертое золото. Его принес пятиборец Александр Лисун. 28-летний россиянин выиграл олимпийский турнир по современному пятиборью. Он опередил ближайшего конкурента в заключительной дисциплине комбайн. Это сочетание бега и стрельбы на 7,5 секунд. Вырос Лисун в Беларуси. С детства занимался плаванием. В пятиборье пришел только в 15 лет. Лисун четырехкратный чемпион мира и трехкратный Европы. Золото Лисуна стало для России 17-м на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.